В городе Кунаев прошла вторая внеочередная сессия Алматинского областного маслихата под председательством Талгата Баеделова. В работе совещания приняли участие заместитель акима области Нуржан Кудайбергенов, а также руководители областных управлений. На повестке дня было рассмотрено несколько тем с вопросом о внесении изменений и дополнений в решение об утверждении областного бюджета на текущий год выступил руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Аслан Ораз. Подробности в нашем следующем сюжете. Один из важных вопросов, касающихся распределения бюджетных средств, рассмотрели сегодня депутаты маслихата на внеочередной сессии. В своем докладе руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Аслан Ораз проинформировал присутствующих, что львиная доля средств, это более 60% местного бюджета, направлена на развитие образования, здравоохранения, а также на социальное обеспечение и культуру. В нынешнем уточнении мы не увеличиваем доходную часть местного бюджета, а только перераспределяем прошлогодние неиспользованные средства местного бюджета. Это в сумме 8,1 миллиарда тенге. Также 600 миллионов тенге – это возврат ранее выданных бюджетных кредитов. Основное направление данных средств – это разработка проектно-сметной документации по проектам в рамках комплексного плана развития города Кунаев. Председатель областного маслихата Талгат Баеделов подчеркнул, что в рамках принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства было утверждено решение по строительству наружного газоснабжения, внутриплощадочных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры индустриальной зоны Кайрат в Талгарском районе. Были обозначены и ответственные лица, которые будут вести контроль за исполнением данного решения. Маслихат Алматинской области решил контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Алматинского областного маслихата, в компетенции которой находятся вопросы экономики, бюджета, правопорядка, борьбы с коррупцией и депутатской этики. Кроме того, маслихатом на этой сессии был утвержден также персональный состав Совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями при акимате Алматинской области. Аружан Тниебаева, Асхат Мусабеков, телеканал Жетсу, Кунаев.